Тюмени. Утро встал рано. Солнце зашло прямо в глаза. Даже занавеска не спасла. Дорога проходит в основном, да не в основном, а по равнинной местности, но достаточно извилистая. Полотно дороги достаточно хорошее, дорога отремонтирована, не везде имеется разметка, не успели еще, видать, нанести. Но на дороге очень много гравия, постоянно долбит под днище кузова. То есть дорогу еще не подметали. Это чревато тем, что можно поймать камень в лобовое стекло. Двигаться за большой машиной рискованно. Ну и поскольку утро еще раннее, многие встречные автомобили, надо полагать, двигались всю ночь. И водители могут быть уже уставшими. Мобильная связь устойчивая. И мегафон, и МТС. Но интернета, к сожалению, нет. На привале на ночевке остановился. Но в кафе не ходил. Поэтому ничего определенного про кухню сказать не могу. Ну и, наверное, не новость то, что очень много комаров. Эти разбойники, увидев обнаженную часть тела, пикируют, ни секунды не думая, вонзают свои хоботки или там жало, что у них. Только успеваешь отмахиваться. Ну, комары это мелочи. Хорошо, что не было слепней вот этих бешеных мух. После укуса которых на глаз видно. Дорога, как я говорил, извилистая, временами солнце в спину, временами в бок, временами в лицо. Очень много мошкары, просто море. Двигаюсь меньше часа, а лобовое стекло уже заляпано. Не знаю, как это навигатор предупреждает о превышении скорости. Не знаю, как это будет на видео, но я вижу, что
размазывать по стеклу, еще хуже будет. Это надо останавливаться, промывать стекло. Чувствую, что немного не выспался. По всей вероятности, днем, наверное, где-нибудь прикорнул. Вчера очень много было информации о том, что на трассе обрушился мост. Информация самая противоречивая. И утро ситуацию не прояснило. Но судя по тому, что встречные автомобили идут достаточно плотным потоком, ну как плотным, на двоечку, будем надеяться, что все-таки движение по разрушенному мосту какое-то есть. На этой трассе Нижневартовск Тюмень. Я был давно, наверное, года 3, а может даже 4 тому назад. Ну, был летний и зимний маршрут. Но ситуация изменилась в лучшую сторону. Дорожное полотно хорошее. Опа-на! Где-то стоит уважаемый инспектор. Стреляет радаром на скорость. Поскольку белка ловит излучение на расстоянии до 5 километров, то будем примерно... А, вот и вижу уже его. Остановил большую машину. Радио молчит. Я имею в виду 15-й канал. А так радио FM ловит. То есть какая-то связь с миром есть. Вот, по-моему, где-то на этом участке, утверждать не буду 100%, несколько лет назад остановил
Мне один подписчик написал в комментариях. Плетешься, говорит, еле-еле. Тебя обгоняют колоннами. Наверное, говорит, зануда. Может, я и зануда, не знаю, я ничего отвечать не стал. Далее он пишет, что у него скорость 110-130 на трассе. Я бы хотел такую вот ремарку небольшую сделать. Можно двигаться и 120, и 140, и 160. Не вопрос. Дело в том, сколько времени с такой скоростью можно ехать. Водители ведь тоже, как легкоатлеты, распределяются по категориям. Есть стайеры, есть спринтеры. Ну, небольшое расстояние, там порядка 800 тысяч километров, но можно там пролететь. А когда впереди не одна тысяча, то, поверьте на слово, с такой скоростью не проедешь. Хоть об стенку расшибись. По ряду. Когда люди в комментариях пишут, вот я, вот мы там пролетели со скоростью, там не знаю, 150, там 130 километров. Можно, конечно, какой-то короткий участок проехать и с большей скорости, наверное. Но когда они это относят к большим расстояниям, я хочу сказать, не смешите мои копыта, ребята. Просто от незнания, вот вы, ну а чем вы бравируете, называя, вот там с такой скоростью ехал. Ведь большого ума-то не надо, гадали в пол. Ну, если бы ногами бы пробежал там с такой скоростью, я бы аплодировал. Ну а сидеть в автомобиле, педаль газа и считать себя каким-то героем, это несерьезно. Это несерьезно. Это говорит о том, что человек очень молодой, юный. Вот. Единственное, могу пожелать ему ни гвоздя, ни жезла из запаса тормозного пути. Кстати, вот обратил внимание, на скорости свыше 120 машкара интенсивно налипает на лобовое стекло. Но со скоростью 80-90, ну, по крайней мере, такой картинки не наблюдаю. То есть вот стекло помыл. Увидеть торговцев фальшивым золотом на этих трассах в Тюмени, на север, на трассах север, ну, маловероятно. Эти бойцы промышляют на оживленных. Где-то гаец сидит в кустах. Где-то гаишник.
вот, увидеть этих телях можно на оживленных трассах, там где автотуристы, автопутешественники. Здесь им ловить нечего, конечно. Кстати, в этом году я ни разу их не встретил. Ни разу. Приготовил для них сюрприз небольшой. Но пока не везет. А с другой стороны, хорошо, что их нет. Куда они могли деться? Перебрались в южные регионы. Может, в Европу подались? Я пока не знаю. Не помню, говорил ли нет в комментариях. Не так давно, может быть, неделя, может быть, не 10 назад, по ТВЦ в программе «Осторожно, мошенники» под названием «Сами мы не местные» был показан мой ролик. Мошенники на трассе, лица крупным планом. Мне написали с ТВЦ с просьбой дать разрешение на показ этого ролика. Естественно, я такое разрешение дал. Ну вот они. В самом начале этой программы сами мы не... Я могу повторяться в своих комментариях. Просто я не помню, что говорил вчера. Все-таки это же не по написанному, не по какому-то сценарию. А то, что приходят в голову те мысли, какие-то... воспоминания. Так что некоторые вещи могут повторяться. Поэтому особо не сердитесь. Здесь к правосознательному участию в дорожном движении. Пишет портал «Снега Тюмень». Официально мэр Вадим Шувалов вступил в должность главы Сургута. На церемонии инаугурации он поклялся отстаивать права сургутян. Из рук председателя городской думы Сергея Бондаренко Вадим Шувалов получил официальные символы власти главы Сургута. Удостоверение, цепь и ключ от города. Поздравить нового мэра самого крупного муниципалитета Югры приехала и губернатор региона Наталья Комарова. Она уверила градоначальника в том, что он может рассчитывать на ее поддержку и поддержку правительства. Вчера у Вадима Шувалова был первый рабочий день в качестве главы Сургута. В администрацию мэр приехал за полчаса до его начала. Уже полдевятого утра он был в своем новом кабинете. Там же прокатился со всеми заместителями, после чего мэр отправился в командировку в Ханты-Мансийск. Что касается приоритетных задач на посту главы города, то сегодня это подготовка муниципалитета к осенне-зимнему сезону, сообщает Сургут-Информ ТВ. Работал радар-детектор. 30 июля традиционно. Я думаю, поймали этого. В этом году праздничное шествие состоится на площади Восток Революции. На данный момент на парад зарегистрировалось 10 семей. Но это только начало. Традиционно в параде принимают участие более 60 семей. В этом году парад колясок пройдет под девизом «Года кино в России». Тем не менее, организаторы не хотят ограничивать фантазии участников. Коляску ребенка можно украсить, как душа пожелает. Главное условие – предварительная регистрация. Суперприз парада – 20 тысяч рублей. Отметим, что зарегистрироваться можно по телефону 68 11 62. Код города – 3.
вот в панике вчера было. Мост провалился. Дырка небольшая. А там плиты упали, хрен знает что. Ну, просел мост, да, молодцы, вовремя заметили. Мы ее в такой же степени волну гнать. Там уже люди подумали, вообще все провалилось, развалилось. Машины заворачивают назад. За 300 километров до моста уже паника была. А какой-то фрагмент отвалился. Или, как говорится, лучше перебдеть, чем не доспеть. Бдительные наши паникеры. Как рождаются слухи? Вот пример. Едет автобус. Полный салон людей. Ну и один пролезает, пытается протиснуться к выходу. Протискивается между пассажирами. Ну, один смотрит и говорит, куда спешишь, как на пожар. Бабка, которая стояла рядом, туга на ухо была. Не расслышала, спрашивает, пожар? Где пожар? Кто горит? Ну, один юморист сидит. Делать нечего. Как, бабка, не знаешь? Ну, мэрия же горит. Вон пожарные машины поехали. Бабка с ужасом прибегает домой и начинает рындеть соседкам. А вы знаете, мэрия сгорела. А вы знаете, 100 человек погибло. Вот такая фигня. Вот примерно... 86, 86, корпус 1, 86, корпус 2, 86А. Седова 15 и 17, а также Шиллера 22. Ориентировочный срок окончания работ до 15 августа. Кроме того, с 10 по 23 августа в этом районе начнется заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В ходе опрессовки энергетики проверят механическую прочность у трубопроводов и арматуры, наличие разрывов и протечек в сварных швах и фланцевых соединениях, пишет портал «Наш город». Кабалячку Марию Сайфуллину признали лучшим молодым гражданином России. По итогам конкурса национальной молодежной общественной награды «Будущее России», состоявшегося в Красноярске в конце июня. Ученице 11 класса Тобольской гимназии имени Лицмана присвоено звание кавалера ордена «Лучший молодой гражданин России». Свои заявки для участия в отборочном туре конкурса направили почти 6 сотен человек из 56 субъектов Российской Федерации. По результатам рассмотрения заявок в полуфинал приглашены 423 участника. Мария Сайфуллина показала наивысший результат в номинации «Молодой общественный лидер». Как сообщает Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной талантливой молодежи в Красноярске, очередной конкурс на присуждение награды будет проведен в следующем году, пишет портал «Тобольск информ». До дня города Тюмени осталось меньше месяца. Поскольку этот год для областной столицы является юбилейным, празднование будет особенно масштабным. 1
очереди мероприятий станет карнавал с участием жителей города. Присоединиться к нему все желающие могут непосредственно 30 июля. Однако предприятиям нужно будет зарегистрироваться. Уже более 2000 человек подали заявки на право пройти в праздничной колонии. По словам организаторов, число участников меняется каждый час. Планируется, что в шествии пройдут около 6000 жителей Тюмени. Каждая компания должна будет оригинально представить свою сферу деятельности. Известно, что в колонии одного из предприятий будут ехать ретро-автомобили. Подать заявку можно в департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени по номеру телефона 46-44-10 к правосознательному участию в дорожном движении. Пишет портал «Мега Тюмень». Официально мэр Вадим Шувалов вступил в должность главы Сургута. На церемонии инаугурации он поклялся отстаивать права сургутян. Из рук председателя городской думы Сергея Бондаренко Вадим Шувалов получил официальные символы власти главы Сургута. Удостоверение, цепь и ключ от города. Поздравить нового мэра самого крупного муниципалитета Югры приехала и губернатор региона Наталья Комарова. Она уверила градоначальника в том, что он может рассчитывать на ее поддержку и поддержку правительства. Вчера у Вадима Шувалова был первый рабочий день в качестве главы Сургута. В администрацию мэр приехал за полчаса до его начала. Уже полдевятого утра он был в своем новом кабинете. Там же прощался со всеми заместителями, после чего мэр отправился в командировку в Ханты-Мансийск. Что касается приоритетных задач на посту главы города, то сегодня это подготовка муниципалитета к осенне-зимнему сезону, сообщает Сургут-Информ-ТВ. Работал радар-детектор. 30 июля традиционно я думаю, поймали этого. В этом году праздничное шествие состоится на площади Восток Революции. На данный момент на парад зарегистрировалось 10 семей. Но это только начало. Традиционно в параде принимают участие более 60 семей. В этом году парад колясок пройдет под девизом «Года кино в России». Тем не менее, организаторы не хотят ограничивать фантазии участников. Коляску ребенка можно украсить, как душа пожелает. Главное условие – предварительная регистрация. Суперприз парада – 20 тысяч рублей. Отметим, что зарегистрироваться можно по телефону 68 11 62. Код города. Паники вчера было, мост провалился, дырка небольшая, а там плиты упали, хрен знает что. Ну, просел мост, да, молодцы вовремя заметили, у нее в такой же степени волну гнать. Там уже люди подумали, вообще все провалилось, развалилось, машины заворачивают назад. За 300 километров до моста уже паника была. А какой-то фрагмент отвалился. Или, как говорится, лучше ревдеть, чем не допустить. Бдительные наши паникеры. Как рождаются слухи? Вот пример. Едет автобус. Полный салон
людей. Ну и один пролезает, пытается протиснуться к выходу, протискивается между пассажирами. Ну один смотрит и говорит: куда спешишь, как на пожар? Бабка, которая стояла рядом, туга на ухо была. Не расслышала, спрашивает: пожар? Где пожар? Кто горит? Ну, один юморист сидит, делать нечего. Как, бабка, не знаешь? Ну, мэрия же горит. Ну, пожарные машины поехали. Бабка с ужасом прибегает домой и начинает рындеть соседкам: а вы знаете, мэрия сгорела, а вы знаете, 100 человек погибло. Вот такая семья. Вот примерно... We'll be right back.
также Шиллера, 22. Ориентировочный срок окончания работ до 15 августа. Кроме того, с 10 по 23 августа в этом районе начнется заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В ходе опрессовки энергетики проверят механическую прочность у трубопроводов и арматуры, наличие разрывов и протечек в сварных швах и фланцевых соединениях, пишет портал «Наш город». Кабалячку Марию Сайфуллину признали лучшим молодым гражданином России. По итогам конкурса национальной молодежной общественной награды «Будущее России», состоявшегося в Красноярске в конце июня. Ученице 11 класса Тобольской гимназии имени Лицмана присвоено звание кавалера ордена «Лучший молодой гражданин России». Свои заявки для участия в отборочном туре конкурса направили почти 600 человек из 56 субъектов Российской Федерации. По результатам рассмотрения заявок в полуфинал приглашены 423 участника. Мария Сайфуллина показала наивысший результат номинации «Молодой общественный лидер». Как сообщает Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной талантливой молодежи в Красноярске, очередной конкурс на присуждение награды будет проведен в следующем году, пишет портал «Тобольск-Информ». До Дня города Тюмени осталось меньше месяца. Поскольку этот год для областной столицы является юбилейным, празднование будет особенно масштабным. Первым в череде мероприятий станет карнавал с участием жителей города. Присоединиться к нему все желающие могут непосредственно 30 июля. Однако предприятиям нужно будет зарегистрироваться. Уже более 2000 человек подали заявки на право пройти в праздничной колонии. По словам организаторов, число участников меняется каждый час. Планируется, что в шествии пройдут около 6000 жителей Тюмени. Каждая компания должна будет оригинально представить свою сферу деятельности. Известно, что в колонии одного из предприятий будут ехать ретро-автомобили. Подать заявку можно в департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени по номеру телефона 46-44.